Ярик, а где ты настраиваешь карбюратор? Я настраиваюсь у Митрошина. Что за Митрошин? Митрошин – это мощь. Митрошин – это отзывчивость. Митрошин – это стабильная смесь. На почаще в каждой гонке небольшим количеством без тренировки, без спарта. Все накатались? Да. У нас тут пошел базар за коллектора, значит, вот это китайский, самый дорогой китайский коллектор, который можно купить на рынке, стоит там 30-35 тысяч, а вот это, который варят уже профессиональные пацаны для гонок, который стоит там 90-100 тысяч. Переходите по ссылке, смотрите, как работает китайский коллектор. Тут, в принципе, все по швам уже видно. И вот сюда вот заглядываем, там видите, как все ровненько, чистенько. В общем, тыкайте на новый видос по-братски, я к чему это все вообще? Я всегда с собой беру видеокамеру. Я всегда с собой беру видеокамеру.